Вижу. Пройти обычные колоды, не содержащие необычные и редкие карты. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Давайте также вот оносец. Первое возвышение. Только на обычных картах. Гос, одной реликвии? Нет, одна реликвия пока не хочу. Блин, случайно редкую карту предлагает сразу. Проклятие, максимум ХП. Ну вот максимум ХП может, кстати, пригодиться. Чё бы и нет. Сразу же можно это проклятие скинуть. Гоу. Не спеша, а так медленно. Оставь, пожалуйста, облик демона в демо-версии, там, КФ. Ну, может быть, потом. Сейчас на первом возвышении такой лайт, наверное, будет просто. Типа, братан, культист. Ну и чё ты мне сделаешь, я в другом городе. Фул ХП. Так, только обычные карты. Неистовый удар неплох. Это дамаг. Золотой идол, очевидно, берем. 24 урона просто получим. Чё бы нет. Здесь ярду надо брать. И убирать неуклюжесть. С другой стороны, если бы кукла дува выпала потом. Ну ладно, посмотрим. Неистовый дамаг. Ковать тоже нельзя? Нет. Нет, ковать-то можно. Пройти игру, не содержа... с колодой, не содержащей необычные или редкие карты. Ух, нифига, фруктовый сок еще. Так, еще одна ерда. Да, броня нужна. Это ярда, это хорошая броня, хороший кардрол. Улучшить карту, убрать, преобразовать. Ну, улучшить сразу же, чё. Проломление. Привет, гремлин. Сколько всего бойцов в игре? В игре 3 персонажа. Что? Он не накинул. Боже, как это... Как это странно. Когда он в первый ход не накидывает сразу же на тебя уязвимость. Это же такой лол просто. Красный череп. Мне бы вот это в прошлый раз, когда я быстро старался спидранить. Так, ну, ауешка тоже нужна. Давайте возьмем рассечение. Так хотелось к столом еще, скажу, взять. Улучшить что? Давайте улучшим как раз рассечение. Элиток больше, больше элиток. Во, рассечение плюс. Генна. Так, ну я надеюсь, мы убьем левого сейчас на следующий ход. Как-нибудь. Если что, задефаюсь зелькой. Черт. Или можно просто задефаться. Они пока по два головокружения накидывают. Вообще фигня. А еще и у меня кардровал есть. Все ок. Для чего не обязательно убивать сердце? Я знаю, Мерсер, я понимаю, да. Это я в курсе. Я и не собираюсь идти на этого. На сердце сейчас там жестко. Эх, вот. Окей. О, Мамори. Неплохо. Ну, тут скип, очевидно. Интересно, а можно ли по дороге брать карты, а потом просто их продать? Ну, какую-нибудь хорошую карту. Можно, скорее всего. Пройти с колоды, не содержащие необычные или редкие. Есть ли мне смысл что-то из этого взять сейчас? Не. Можно, но вот и мне кажется, что скорее всего можно. Так, после костра можно к этому будет пойти еще. Точильный камень! Два удара улучшит. Вроде нельзя. Окей. Буду с чатом общаться. О чем ты манул? Чего я не прочитал? Про босса? Я же прочитал. Вопросики или костер
Магазин. Да ну нафиг. Погнали убивать. Черт. С вас хунтером терки? А, я понял. Ладно. Я думал со мной. Ту-ту-ру-ру-ру. Да, пройти игру с пятью не позволяет иметь всю игру больше карт. Ну да, не говори. О, плюс сила, прекрасно. Вообще очень легко. Угавулин, с тобой все в порядке, ты мертв. Фонарик, хорошо. Таран сбить с ног. Тараном можно возвращать крутые карты по типу рассечения. С другой стороны, слабость тоже нужна. Давайте слабость возьмем. Я больше нигде слабость не задровываю. Сейчас у меня просто не получится. Блин, почти убил лол. А ведь убил... О, лол, я идиот. Я его убивал. У меня плюс манна от фонарика. ПМ. Эфес отточенка. Может быть, отточенный удар взять? У меня есть удары. Стальная волна тоже неплохо. Давайте попробуем отточенный удар взять. Он сейчас может неплохо так дамажить. 30 урона. Маловато, конечно. Че, сразу энтропию юзать или потом как-нибудь? Да потом. Когда реально пригодится. Так. О, скрестить мечи крутая. Очень крутая карта. Я ее всю искал, когда мы спидранили, но она не приходила. Вот она на спидран топово подходит. На силу, в принципе, череп у меня есть. Но не-не. Еще один отточенный удар. Не, скрестить все мечи надо брать. Все мечи. Ту-ту-ту. Если убить... Вот так. Я так давно не юзал эту карту, у нее еще анимация, оказывается, есть прикольная. Сбиение нельзя брать, ну... Удар Эфесом! Это тоже удар! О, атаку в первую руку, да. Дает две силы вам и одну силу всем врагам в начале вашего хода. Слушайте, а может вот это взять? Лол. Топ-карта. По-моему. Ну, топ-арт. Я чисто на атаках играю. Либо можно, ну, было бы атакой проломление взять. Я, по-моему, вообще серу ни разу не брал. В начале вашего хода. Гоу! Умрешь, у тебя нет защиты. Ну и чё, зато интересно будет. Зато сыграть будет весело. Потому что, ну блин, это интересный артефакт. Я играю на первом гребаном возвышении. Так, что-то надо улучшать сразу же. Стреляться точно нет. Наверное, сбить с ног. Твой клич бы еще улучшить. Это у тебя меньше, чем у твоих противников. Ну, не факт. Черт, вот это неприятно сейчас на самом деле. Ладно. Пойдем-ка вбросим наверх колоды оборону, да? Да. Маквит, привет. 8 на 6, ну... Что поделаешь, вот тебе слабость и вот оборона. 36 урона. Зато я сразу еще плюс силу получил.
Да не, нормально все. Единственное, против птиц будет тяжело драться. А так это вин. Добавьте редкую карту в колоду. Нет. Скип. Не можем, не могу золото получать, не сбрасываешь карты. Чокер. Фак. Как думаете, мне кажется, надо... Руническую пирамиду можно взять. Тупо, чтобы дамаг в руке оставлять, и да и броню. Да, да, го пирамиду. При чокер ты все равно больше 6 не заюзаешь. Да хз. Может быть, чокер был бы неплохим. Хочу пирамиду попробовать. Excellent, fuck you. We have to be as one. 33 месяца стрик, спасибо. Спасибо тебе огромное. Вот здесь есть элитка, костер, элитка, элитка, еще одна. Нет, слишком много элиток, я здесь сдохну. Костер, элитка, элитка. Вот здесь пойдем и в магазин еще заглянем. Спасибо большое за ресапчик. Здорово, ребят. Как ваши дела? А, ну это килл. Скверно. Ух, толчок корпусом за ноль манны. У меня, в принципе, ерды есть. Обороны есть. У меня сила есть. Он как бы плюсовый. Может быть, взять. Серая элитка на втором акте тебя порвут. А, да, может быть. Убивай дальнего первым, он раньше сваливает. По-моему, это рандал. Толчок бери, все равно карт не выкидываешь. Вот толчок можно, кстати, да. Под броню прям собирать его с пирамидой. Давай, некрономикон, давай. Давай. Энхиридион. Окей. В принципе, тоже неплохо. Он же у меня как бы не в колоде. Баррикада, да? Вот, нормально все. Минус ачивка? Нет. Причем здесь она? Она же в колоде же нету таланта. В начале боя, в руку. Нет, будет очень странно, если это будет минус ачивка. Как открыть все качества трансляции? Ты стримишь с одним качеством? Для начала зрителей набирать. Выклич... У меня может менять мне карту. А надо она мне... Ой, у меня же раны сейчас будут. Очень мерзкие. Кач. Халявная... Ну, обычная, обычная же карта, обычная. Но мне нужна особая реликвия, по-любому. Да. Как бы мутаген силы, это круто. Сейчас бы еще артефакт найти под мутаген силы. Эволюция. О, эволюция, это, кстати, очень даже. Ну, вот, кстати, так подумать. Если. То меня сейчас действительно уничтожит, возможно, энциклопедия. Возможно, не уничтожит. Стальная волна плюс, круто. Двойной удар тоже неплохо. Опять же, отточенку бафать. Но я думаю, стальную возьмем. Погнали. Привет, эстеклопедия. Ух, блэд. Эволюция какого качества? У меня нет эволюции в колоде, мне ее Энхиридон дает. Энхиридион. Энхиридион.
Блин, не, дебаф не так не накинул на него. Ну давай уже сюда. Блин, скрестить мечи еще в следующий раз. Не смогу юзнуть, наверное, если сейчас обороны не юзну. Пирамида ломает счет как-то. 10 на 4, о май гад. Может я его убил уже? Точный 30-ку наносит, и этот 17. 47 мне не хватает. Ну, в следующий ход убью, чё. Да, эстеклопедия, конечно, поломала мне личико. Типа под мутаген мешочек с уязвимостью бы, да, да. Свидная урна под таланты. В самом начале мы еще подхиливаться будем. Окей. Здесь ничего брать нельзя. Костер или магазин? Магазин мне, наверное, денег маловато пока. Гоха попохилим. О, магазинчик. Убрать карту и улучшить случайную карту. Да. Или улучшить две карты. Не, надо убирать... Мне кажется, надо неистовый удар сейчас убрать. Он очень мешается колоде ранами. Я, конечно, понимаю, что отточенка слабее станет от этого, но... Что поделаешь? Груша. Клёво. Опять эволюция. Да что ж такое-то? Тратить нет броню, чтобы не мешалось потом в колоде. Короче, пока. Да, рок гремлинов сейчас не хватает очень, конечно. О, можно ровно за 20-ку этого убить. Но мне такое чувство, что надо бы... Да не, нормально все. Тихоньку дамажим здесь. Брони очень много, к сожалению, приходит сейчас. А вот и всю броню можно будет потратить, но вначале мы сделаем проломление. Удар. И все, это победа на следующий ход. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Найс. Не, элитка пока убиваем, артефакт офигенный. Я пройду, скорее всего, только с комманками сейчас. Рихалк. Ерда нет, мне хватит кардровала сейчас. Мне очень не надо кардровал брать. Зверство. Берете на одну карту больше. Теряю хп. Придется от него избавиться. Просто придется. Ну, типа, реально мешает. Да и похилил меня на 2, нормально все. Нормас. Три защиты. Давай хотя бы на 3 задефаемся. Все равно я ее убиваю на следующий ход. Мне жир змека точно не нужен. У меня довольно дешевые карты, по-моему. Артефакт очень клево. Может пригодиться. Да, жир выкину. Так вот сделаем. Кто там, кстати, мелкие? Еще один сбить с ног. Мне дорогие карты не нужны. Мне нужно сжигание карт. Оно еще и команка. Во, отлично, чтобы карт поменьше было. Ее бы теперь улучшить сразу же, чтобы она 0 стоила. Потихоньку колоду будем уменьшать. О, работорговцы, здорово. Самовозгорание офигенно очень таймингово пришло. Тебя ударил. Жалко. Чё, чем ударил? Чё сожглось? Удар обычный, да? Хорошо.
Ари Халк. Минус 2 урона в отточенке. Да хер с ним вообще. А, подожди, ты хочешь... Нет, стой. Отточенный удар наносит урон от количества карт в колоде. А не в, стопке добора, не в руке, а в колоде. Поэтому там не минусовался, по идее, урон. По крайней мере, мне так кажется. Же пофиг его убивать, по-моему. Вообще их, это ОЕшка сейчас добью. Блин, может он от ОЕ умирал, что-то не посмотрел? Не, по-моему, не хватало дэмэджа. А может я задровываю толчок корпусом? Хе-хе. Ну, чутка не хватило, правда. Стоп, опять же, 5 урона бы добили его. Вон. Счастливый цветок, зелье крови. Еще одно опустошение. О, гад. Нет, не должно, да имен, с чего бы. Думаю, что нет. Серый сильный артефакт, но проблема в некоторых моментах. Ну да. Брать, не брать. Опустошение второе, чтобы вообще все за бесплатно сжигать. Я думаю, что да. Оба. Я теряю хп из-за карты. Я вроде не теряю хп из-за карты. Ну ладно, чё уж. Ох, как красиво. Да. А, еще одна точенка. Стальная волна. Еще один отточенный добавим. И здесь, наверное... Блин, надо опустошение улучшать. Я думаю, я справлюсь с боссом. Или не рисковать, похилиться. Отточенку бы грейдануть. Да, опустошение бы грейдануть еще. Если что, фея в бутылке еще есть. Вот так. Металлизация пришла. Прикольно. По 9 брони каждый ход. Че, мелких убивать или нет? Я вот так думаю. Мне кажется, что я могу рашить. Наверх стопки добора. Угу. Давай броню бесплатно поюзаем, сожжем. Мне кажется, что я его просто сейчас дотыкаю и все. Плюс у меня доп сила еще. О, рассечение по мелким. Сорок шесть уже. В одной этой атаке. Сейчас еще броней можно будет попробовать ударить. Главное, чтобы я... Вот, я на этот ход не умираю. Все, это, по идее, победа. Удар в мелкого. Я сейчас могу толчок корпусом настакать себе просто. Смысл, если его на следующий ход можно будет настакать. Да. Вдруг он сейчас захочет очень больно ударить. А, он захочет.
Мой толчок здесь мало что сделает. Ок, и маны не хватает на то, чтобы обороны поюзать. Сечение на 18 очень круто. Акцепто! Серега, с возвращением. Спасибо. Конечно, глядя на твой инстаграм, мне постоянно хочется жрать. Мне тоже. Мне тоже. Сосисочки были так себе, и пиво тоже. Я ожидал от Германии большего в этом плане. Блин, 30 урона. Хорошо, 3 брони, это 12. Ровно 36, если я юзаю броню сейчас. С учетом металлизации я выживаю. Киляться мне не нужно. Тебе нужно было заюзать артефакт. Я думал об этом, но хер с ним. 12, да, 36 брони, все ок. Мне нужно найти что-то, что манну дает. Надо было зельку крови еще можно было использовать, но уже нафиг. Двойной спуск. А, ну здесь все карты все такие. Пылающая кровь, клево. Ну, а, философский камень, конечно. Лол, я и так врагам силу серой даю, мне пофиг. Боялся, что ты останешься там, хотя стримить же оттуда можно, можно. Так, у меня много голды. Мне не надо в эту, на эту элитку жесткую. Мне надо по вопросам. И... сюда, наверное. Тот магаз можно будет заглянуть потом. Ой, две силы. Чё? А, потому что еще и... Окей. Не юзнулась, боже, да ладно. Окей. Ари Халк. Ай, броню надо было вначале использовать. Это пока что очень легко. Нистый удар плюс. Ну, а, не, мне сжигать это все нечем будет. Лучше не буду его брать. Узельки. Кто босс? Дека Дону. Слабости они никакие не кидают, значит, убираем арту, добавляем ловкость, убираем зелье крови, добавляем силу, чтобы их как можно быстрее убить. Угу. Привет. Угу. Наверх, 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 наверх. Двенадцать хп. Вот примерно так же я бы с радостью поиграл вот спидран. Я бы мог за спидран, блин, 30 минут. Если бы чуть быстрее все делал. О, скверно, это клево, кстати. Давай-ка наверх бросим какой-нибудь... Может, не стоило сейчас ничего юзать? Окей. Ты где? Где карты? Алло. Где мне карты взять? Я не думаю, что я ему арты собью, поэтому лучше просто атаковать сейчас. Ой. А, ну да, я просто лучше атаковать. Где топ предмет ветка? Нету ветки. Ну и здесь она не нужна. О, еще опустошение плюс.
Железная воля, наверное, нафиг. Просто на опустошениях сейчас сыграем, наверное. Блин, может быть, слишком много опустошений, нет? Сейчас бы артефакт, боже. Ой, как против него артефакт бы пригодился. Защита нет. Я так давно тебя жду, Арсенал Плюс. Так давно тебя жду. Вот просто вот всю игру тебя жду. Ты так и не приходишь. Три уязвимости. Блин, что-то жестко, по-моему. Наверное, надо было бы все-таки промление вначале юзнуть. Да, наверное, я не буду уязвимость на себя накидывать. Урона же сейчас не будет, да? Да, не будет. Блин, может стоит. Да зачем мне манна, лол? Ну, попробуем добить чё. Берсерк, две брони. Сколько урон? 22. 22, 22. Все по 22, да? 88. Если еще с этим... We have to be one, Алекс, красавчик, спасибо. Спасибо тебе за ресап. Спасибо огромное за поддержку. Не, короче, нафиг. Вот так. Так, добить, к сожалению, не получится. Черт с ним. Подефаемся на следующий ход. 37. Сколько 50? А почему так жестко? До этого поменьше вроде было, нет? Ну ладно. Не важно. Боевая раскраска на ерду и оборону. Блин, мне уже не так-то нужен арсенал. Увесистый клинок плюс. А вот это мне очень нужно сейчас. Может, по кострам? Куда-нибудь сюда. Не, в магаз надо забежать. Поспал немного, что же стало, как тут шпиль. Да вот пытаемся пройти только с common картами. И, ты знаешь, пока что работает. Очень все неплохо. Да-да-да, эфирок мне накинули, знаю. Просто убьем его все. Опять энтропия, черт. Жду я добил, да. Все, хватит что-то брать. Удар фесом разве что. Кардролл может пригодиться. Вместо феи. Фея — это экстренная жизнь. Вместо феи стрёмно брать. Блин, кайдону бафаться, конечно, сильно будут. Вместо ловкости. Ловкость убери или фе... Да, ловкость менее важная сейчас. Итак, по... блин, три костра, которые мне не очень нужны. Здесь одна элитка, здесь магазин. О, я с ними справлюсь, нет? Черт, я что-то боюсь, что могу с ними не справиться. Да не, у меня сейчас силы полно. Гоу. Я помню, я как-то, правда, обещал себе
против них не драться никогда. Броня. Кейфес. Рассечение. Почти. Почти убил. Жалко, не вышло. О, вот это дамаг. Офигеть. 10, да? Сорок девять, семь и 16. В общем, он умирает на следующий ход. Очевидно. Это выпало два облика демона, это было изи четвертое разрушение, даже ачивка на 50 силы. Но, волчок, а карта заканчивается, добираете. О, мне это надо. А, скрестить мечи еще одни, да. И вот сейчас, блин, хз, к двум кострам. Замерзшее яйцо. Все таланты довольно редкие. Или в магаз. К трем кострам, потому что... Стремно на самом деле. Мне еще против декки с доной драться. Мне надо, чтобы там фулл хп было. Перед ними я остановлю, ну, 35 максимум. Может, в магазе арт на хп будет? Типа вафля? Да элитку я не боюсь. Я боюсь вот этих. Вот здесь. Да, давайте по вопросам попробуем. Фух, как хорошо, боже. Или получить еще голду и выкупить весь магазин. А что я в магазине куплю? Артефакты разве что? Похиляемся. Да, вафля была. Ну, что поделаешь. Подножка мне неплохо будет, кстати. Так, нитка или курительница? Нитка или курительница? Мне кажется, курительница больше, чем... Хотя... Не знаю. Может, еще скинуть одну оборону? Обе? Ну да, возможно. А, подножка не в обычной. Да, подножка необычная карта. Ну, тогда вот это все берем, да. А если бы я голду купил, я бы и вафлю взял, и все взял. А есть комонки бесцветные? По-моему, нету, да? Они все редкие. Его просто пропустим, и все. О, переходя... Слушайте, а может я его убить смогу? 5 ходов, правда? Не, вряд ли. Так, давайте посмотрим карту сверху. Клинок в руке, и может быть получится убить. Очень даже. Оставляем увесистый. Все обороны, походу, сейчас придется изнуть. 22. Соу, привет. Да твою ж... Гребаные обороны. Ну, не пришел, короче. Не пришло проломление. Супер, чё-то грустно. Мне вот оно нужно было прям до этого. Два скрестить мечи еще, ух.
Сейчас попробуем потом скрестить мечи и узнать. И, ну, вдруг... Ну, я не знаю, сколько сейчас нанесет. 96 всего лишь. Не то, конечно, не то совсем. Не, ну, 300 хп снял. Не хватает усилителя, 10 ударов два раза, да. Раскат грома, да, да, мне очень не хватает уязвимости на противников. Зельки, ну, все покупаем. Все и все, и не одну, да. Ну, чё? Дек Дону. А, точно один улучшим. У нас ударов много. Судя по урону, боссы будут изи. Да, мне кажется, да, должно быть. Так, сразу же юзаем зельку. Блин, эволюция. Дерьмо. Ай, говно какое. Ну ладно, спить с ног Дону. Промление. Ну, да, надо. Чё уж делать. Сейчас будем искать как раз наш новый... новую АОЕшку на уязвимость. А, да и вообще зелька ужаса есть теперь. Что урона много сейчас будет. Ай, попробуем. Так. Все-таки вот так. Ерда. Окей. Наверх колоды можно сейчас бросить какой-нибудь обычный удар. Опустошить его. Ну, раскат, соответственно. Пытаемся убить как можно быстрее, еще если еще зелька есть на протект от какого-нибудь совсем мощного удара. Типа вот так. Сейчас будет не броня, я его убью. Да. Все, пока копим. Точный плюс. Арсенал. Да есть. Да мечами поизбивать. Туру-ту-ту. Ой, хорошо-то как. Сожглось, лол. 74. Ну все, победа. Жаль, пожирание нельзя было взять, да. Ей, обычное дело, ачивонька. Первое есть. Интересно, это где-то вот в счете показывается. Типа обычное дело, не? Не. Вот. Ну, неплох, неплох. Я добил, пошли. Блин, я не хочу в этого убивать пока, не знаю. Давайте посмотрим, что дальше. Очищение. Тут почти все на лутоносце, блин. Пройти игру с одной реликвией. За кого проще всего будет одной реликвией проходить? Мне кажется, что это будет дефект. Что за ачивка? Я думаю, я хочу переходящего убивать. На реликвии, включая стартовую. То есть. Ну, то есть со стартовой реликвией, да. Пройти игру с колодой, не содержащей необычные или редкие карты. А, это я получил, просто оно не обновилось. А то я уж думал, какого хрена?
И фокусировку можно попробовать тоже с дефекта получить. Да легче утоносцам убивать этого? Ну, может быть.